Утро доброе. Бывает только. Бывает, да. Доброе утро, господа. Сашенька, мне кажется, чего-то не хватает на этом шикарном столе, где здесь нарезки, сыры, красная икорка. Не судите строго. Мы ее кушаем только по праздникам. А праздник у нас каждую среду. Вот. Среду? Да. О, чайничек подходит. Сейчас мы кофейку. Ой, так, хочу яичницы, Сашка, хочу яичницы очень. Но я пока начну. Без тебя. Можно? Начинай. Благодарю. Где какой у меня мужчина, обходите меня. Ну, иногда я завтраки готовлю. Авокадо. Сыр голубой, там что-то blue, Stilson. Очень, ну Сашка не любит, а я люблю, он такой Stilson. С ароматом, Stilson. С плесенью. Это обычный сыр, на голландский похож, это Хохланд, колбаса вареная, докторская, или какая там, это типа куриной, а вот это вот салями такое. Какая сарделька, Саш, сарделька безумно вкусная. Вкусная, да? Угу. Я сейчас к вам присоединюсь. Да, пожалуйста, я вас очень жду. Не могу сдержаться. Так, кофеечек заварим. Да. Вот, прямо слышно, как... Я пока сок. Как кипяток действует. Слышите, шкварчит. Я тебе немножко меньше положу. Угу. Да, я не люблю сильно крепкий кофе. Вот так. Да, моя теперь яишенка подходит. Да. Какой-то прилетел вертолет местный. Это же это ночная бабочка. Ты думаешь? Угу. Так, чуть-чуть поменьше, да? Виноград такой. Интересно, купили. Такой пальчик. Мы с утра немногословны, потому что утро, ну как, оно бывает добрым, но не бывает слишком бодрым. Покажи на камеру, как у нас там. Нет, чтобы микрофон услышал. Ах, какая прелесть. Вы посмотрите только на это. А я вот так. Вымакиваем желточек. Ну как? Поближе поздороваемся с нашими друзьями, да? Угу. Видите, какое у нас солнечное утро. Настоящее солнечное утро. Да. А я здоровался с людьми вообще? По-моему, да. Да? Угу. Ну дайте мне, я хочу сначала огненной яичницы. Я хочу огненной сардельки вот с горчичкой. Да. Вот еще горчичка. О, да, 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 да. Упс, сори. Ребят, вы знаете, на столе может быть чего угодно не быть на завтрак. Но божественная яичница – a must. Она должна быть. Без божественной яичницы у нас, у меня лично завтрака нет. Солнышко выходит постепенно. Да, я хочу белого хлебушка. Я скоро вся буду в солнышке. Маслица мы вот так взяли, нарезали, она уже растаивает. Тебе сделать? Мне сделать бутерброд, пожалуйста, с вот этим. А, с красным ингредиентом, да? Хорошо. Очень полезная вещь. Омега-3. И все такое. И все такое. Дайте-ка мне, пожалуйста. Вот, ага, мы не взяли, да? Что? Ну, я сейчас вот так сделаю. Для икры. Опа. О, наша жизнь икра.
Куда ее поставить, господи? Вот так. Как же я обожаю апельсиновый сок холодненький на завтрак перед кофейком, чтобы как-то остудить. Давай, укусишь? Да. Смотри, на солнце светится, глянь-ка. Ой, красота какая. Прямо икринки. Кофейком. Кофейком, кофейком ее. Кофейком ее запей, но придержи коней, нам же еще целый день впереди. Как по-английски? Глоток называется сип. Сип. Сип, сип именно вот то, что ты сделала. Ой, не отписывайтесь от нас после вот этого. Мы честным трудом наработали вот эту баночку. Что мы тут как-то мало места. Меломаста. Вот это я уберу уже, нам сарделька уже не нужна. Вот, вот теперь тебя люблю я. Так. Мне, пожалуйста, ложечку за Треденте. Ложечку чего? Ладно, не важно. Вот этой штучкой, профессор. Вот так. Вот так ножичком раз. Ручечка такая средней злости. Ну, она немножко подвыдохлась, но наша русская хорошая горчичка. Угу. Теперь же я в конце концов могу поесть, господи. Да, ты у меня пчелка. Вот у меня не видно ничего. Вот у меня такая, блин, видите, уже все. Уже светится все. Ну ничего. А вы обратили внимание, дорогие друзья, что солнышко как раз выходит в тот момент, когда мы завтракаем. Угу. И солнышко светит на мое солнышко, получается, солнышко, умноженное на 2. Молнышко. Как бы солнышко в квадрате, да? Угу. Швейцарский сырок. Вашему вниманию. Я его назвала голландским, этот сырок. А, ну, недалеко от истины. Ой, апельсина легко остает от шкурки. Ребята, напишите в комментариях, кто из вас любит завтрак? Я, например, без завтрака жить не могу. Я могу пропустить обед и даже ужин, но завтрак... Нам нужен. Нам нужен, да. Кофе, ароматнейший кофе. Если хотите, пока Викуля закончит свою речь, я вам расскажу, что мы пьем за кофе. Я не буду называть марку, я вам расскажу просто способ, как мы это делаем. Но я хочу тоже что-то такое, еще колбаски и сырку были. Можно? Нет. Вот это сверху. Нужно. Вот так положить. Вот так, смотрите. Колбасочка, сырок. Ой, глянь, на солнце прям все играет, смотри. А. Да, у меня солнечный зайчик. Непосредственно с горчичкой. Я еще люблю лаймик. Кисленький. Такой микролаймик. Я потихоньку начинаю просыпаться. Я тоже. Глянь, какое солнышко, кошка. Да. Так вот, можно рассказывать? Хочешь глоточек? Нужно. Сейчас оно и до тебя доберется. Да? Угу. Пусть добирается. Солнышко, привет. Так вот. Значит, я не знаю, это как-то называется этот способ. То ли по-французски, то ли по-турецки. Не могу, все пока горячее. Красная смородинка. Угу. Вот же она, вот. Угу. Как тебе вкусно? Это какой-то
Прям какая-то вакханалия вкуса. Завтрак, конечно, вещь бомбическая. Так вот. Такой завтрак, да. Именно такой. Ну, половина ингредиентов может не быть. Ну, чтобы была колбасочка, сырок обязательно, маслица и божественная, я подчеркиваю. Божественная, как моя женщина, яичница, беленькая вот такая, с желточком. Так вот, господа, берете кофе. И сипаете его. Обыкновенный зерновой, какой вы любите. Ну, я люблю, у нас тут есть несколько сортов, я беру светлый и темный пополам делаю. Вот. Так хочется рассказать, и так хочется проживать. Вот еще авокадка, будешь? Давай. По-моему, неплохое, да? Угу. Нежная, да? Очень. И где мы покупаем в магазине, я прошу, чтобы мне смололи очень сильно, прямо в пудру. Называется very fine. Как это сказать, baby? Очень. Очень мелко, короче. Угу. Прямо она прям как пудра вообще. И потом я просто кладу такую хорошую такую ложку чайную с горкой в эту чашку. Вот эту чашку. Это моя любимая форма и чашка. Вот это моя просто. Сахар по вкусу. И просто заливаете кипятком. Все. Она через минуту садится на дно. Вы спокойно это перемешиваете. И получается настоящий такой, действительно настоящий, ароматный, крепкий. Ну, крепость как хотите. Можете положить, можете не положить там. Побольше кофе, поменьше. Ну, я вот на такую чашку кладу большую вот, чашку, ложку с горкой этого, ну, поняли, да, сливочного масла. Вот так вот мы действуем. Пока Сашенька рассказывал про кофе, я почти справилась со своим любимым бутербродом с маслом, с икоркой. Ты хочешь еще? Я тебе намажу. Ну, я не могу от него отлепиться. Это моя любимая омега-3. Кохлад нежненький такой. Вот это, да? Угу. Можно его вот так, ножичком? Можно. Поделись с людьми впечатлениями от твоего сыра с плесенью. Ну, я вначале немножко сказала, но мне этот запах, вот он... Напоминает детство. Нет. Если я такое не ела... Ну, в общем, что-то очень вкусное. Я люблю сыр немножко с душком. Сашка не любит. Сейчас. Я буду жевать молча. Я расскажу, что сегодня воскресенье. Сегодня мы после завтрака расходимся все по своим делам. Саша идет спать, а я иду на работу. Вы не понимаете, какое это прекрасное чувство, когда мужчина остается дома один, а жена уходит на работу. Это просто какой-то... Это лучше... Это вот двойной завтрак. Так, я уже немножко просыпаюсь, Бэби. Я вот после еды, наоборот, меня в сон клонит, как я сегодня буду тренировать людей. А ты кофейку побольше? Нормально. Этот кофеек не такой ядерный, как магазинный обычно растворимый. Угу. А я тут не могу пить. Не, да, я забыл добавить, что именно таким способом кофе, когда вы делаете, он не такой термоядерный. Даже растворимый кофе в 5 раз мощнее, чем этот. Но зато аромат и вкус не бесподобны. Угу. Самое главное, что у вас, вы тоже вот так делаете, я люблю яишенку вот это все сгрести хлебушком вот так. Да. А вот так вот красиво сделать. Раз. А тарелку можно убрать. Сачок. Тебе сделать еще бутербродик? Ребят, кажется, мы наелись, яишенка уничтожена. Мы
будем собираться, опять же, каждый по своим делам. Сашенька взобьет подушку, а я буду надевать свои спортивные леггинсы. По секрету скажу, когда моей лапочки нет дома, я на всю играю на гитаре, просто с таким грохотом, и мне никто не мешает. У нас нету, так сказать, соседей, которые могли бы возмущаться. Кстати, наш сосед уехал на Burning Man, знаменитую тусовку Black Rock пустыни в Неваде. Вернется аж через неделю, хотя он уже там 4 дня. Ну давай пожелаем, наверное, всем ребятам, всем нашим подписчикам и людям, которые нас смотрят. Ребята, приятных вам завтраков и хорошего вам всем дня. Будьте счастливы, кушайте плотно и помните, this is life всегда с вами. На связи.